На одном из оживленных улиц города за короткое время госавтоинспектор остановил несколько пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном месте. Хотя неподалеку есть пешеходные переходы. Сотрудник госавтоинспекции каждому из нарушителей указывает на них и объясняет: дисциплинированность при переходе проезжей части – залог безопасности. По Бавлинскому району за 9 месяцев по нарушению пешеходного ПДД 2 смертельных случая по вине пешеходов и один по вине водителя, который не пропустил пешехода. Штраф для перебегающих дорогу в неположенном месте 500 рублей. Большинство пешеходов, как обычно, обещают, что больше такого не повторится, но продолжают нарушать. Как попадется, так и перейду. Машин нету, перехожу. Машины есть, этот стою, жду. Не боитесь за свою жизнь? Как боишься, а что делать? В ходе рейдов госавтоинспекторы будут уделять внимание водителям. Невыполнению требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Ну, чтобы переходили в положенных местах, по правилам, чтобы не бегали, чтобы смотрели по сторонам. Есть такие, которые даже голову не поворачивают. Сотрудники госавтоинспекции всех участников дорожного движения призывают быть внимательными, а пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах. Айгуль Хусейнова, Айгуль Идиатуллина, Булат Миниязов, БРТ.